Представляю вам соперников и первым бойца в синем углу. Introducing to first fighting out of the blue corner. Бойцу 19 лет, его рост 168 сантиметров, вес 56,95 килограмма. Профессиональный рекорд 10 побед при 3 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 19 years old, standing 168 centimeters tall, weighing at 56.95 kilos. His professional record 10 victories with 3 defeats. Дамы и господа, из Душанбе, Таджикистан, приветствуйте, Аятулла Мунтидов! Его соперник в красном углу, fighting out of the red corner. Бойцу 27 лет, его рост 160 сантиметров, а вес 56,5 килограммов. Профессиональный рекорд 6 побед при 4 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 27 years old, he stands 160 centimeters tall, official weight 56.5 kilos. Professional record 6 victories with 4 losses. Дамы и господа из Минска, Республика Беларусь, приветствуйте, Андрей Калечиц. Рефери поединка Максим Протасов. Ждем, ждем, не торопимся. Начинается 158-й турнир Лиги ACA в Санкт-Петербурге. Первый поединок Аятуллы Муминов против Андрея Калечица. Наилегчайшая весовая категория. Статистика на ваших экранах. Дивизион до 57 килограммов. Судьи! 3 раунда. Готов! По 5 готов! Минут. Поехали! Раунд! Безусловно, в этом поединке Калечицу кровь из носу. Действительно нужна победа. После нескольких поражений подряд нужно реабилитироваться. Ну а тут сейчас такая, конечно, мощная шумовая поддержка Аятуллы. Что да. Там говорить, в каком городе это не происходит. Аятулло здесь совместил свою аудиторию, потому что он, конечно же, представляет Таджикистан, но проживает он в Санкт-Петербурге, друзей у него здесь очень много. Очень интересно, что сегодня покажет Андрей Калечиц, пока лоу-кики по внешней стороне пробивает и по внутренней аналогичные ударные действия проводит уже Аятулло. С хорошей скоростью работает, падает Муминов, но и Калечиц тут пальцем кулак! Не спешит, летит вперед. Хороший размен на дистанции. А правый снизу у Аятулло на уровне. Тем не менее, поджимает и неплохо прессингует Калечиц. Пока нет ни одной попытки прохода в борьбу от него. Да, война лоу-кика. Да, пока все в стойке. И периодически попадает очень хорошо Аятулло. Вот да, на отходе как раз сюда, в левую сторону, очень здорово получается. Вертушка по воздуху. Контролирует дистанцию. Не уверен, Андрей. Да, вот это сейчас говорят как раз Аятулло, если вы слышите, дергай, финтов не хватает. Это именно из его угла летят подсказки. И еще один калф-кик есть, небольшое покраснение на левой игре у Калечица. Правую прямую он подключает, здесь же боковой, мало пространства за спиной и подключает вынужденно ноги. Аятулло Муминов, он первый идет в борьбу. Что здесь? Нет, сверху накрыть не получилось. Вау. Более того, спину забирает Муминов. Очень быстро работает, тут же подключает колени. Замыкает три точки для того, чтобы нельзя было бить по голове. Но тут обрабатывает заднюю поверхность бедра. Какое же бодрое начало. Да и вообще, борьба в этой весовой категории просто великолепная. Не раз я уже говорил про это. И еще раз буду говорить. И нет, не получается. Тейкдаун по номерам 2 у этой пары бойцов. Но мне кажется, сейчас Андрей как раз немножко приходит в себя и не дает уже так легко расправляться с собой в борьбе. В частности, вот в стойке уже не все получилось. Как здорово на сближение Аятулло работает левой рукой. Хороший джеб был. Сильнейший правый выйти пока не может. Вновь небольшая пауза. Тем временем в середине приближается первый раунд. Вновь короткая дистанция. Было очень опасно, но без точных попаданий фронт-кик от белорусского бойца. Еще по внутренней части бедра. Здорово по корпусу. Там уже вся нога покраснела у Андрея. Калечиц летит вперед. Здесь попадает под захват. Внутренний зацеп. Попытка в другую сторону махнул. Аятулло. Неплохо выводит из равновесия Муминов в этом поединке. Но тратит при этом очень много сил. Вновь поднимается Калечиц. И еще один тейкдаун. Конечно же, все это фиксирует судейский корпус. Колено по корпусу. Минута 50. У этого, безусловно, есть очень большой подвох.
как будет дышать Муминов дальше по дистанции. Это очень важно. Если он сохраняет такой темп, ну тогда Калечицу действительно нужно что-то пересматривать и какой-то план Б пробовать, потому что пока вот с таким давлением это нелегко. Еще несколько ударов коленом по корпусу, по ребрам в том числе. Пытался найти еще и печень. А это Лом Муминов. Да, он здесь набирает очки, безусловно. Локтем назад как следует провести атаку пока не удается у Андрея. Да, попытка еще вышибать вообще ногу со стороны икры. Работает тогда Вахилова, сухожилие. Еще колено. Что ж, неплохую подготовительную работу провел Айдуло Мамино в первом раунде. Еще минута есть. Да, как осьминог! Ой-ой-ой! И локти! Тут же накрывает сверху, забирает шею, пытается провести гильотину. Нет, не вышло. Тут же колено под одну ногу. Как он борется, вы посмотрите! Какая динамика сумасшедшая! Что делает Муминов? Колено бить нельзя! Вот это начало. То ли еще будет. Как будто искру просто в бочку с бензином бросили. Вот воздействие на челюсть пошло. Но недолго. Я думаю, что Андрей сейчас просто пребывает в какой-то прострации, потому что такого давления, я думаю, не ожидал никто. Но он с этим давлением, пусть и с большим трудом, справляется. Пока. Дистанция. Последние секунды. Видно, что и Калечиц подзабился. Плечевой пояс уже такой крепкий и набух. И видно, что мышцы уже были задействованы во многом. Что ж, ждем сирену. Да, перерыв. Бойцы, причем не присаживается ни Андрей, ни Этуло. Смотрим повторы. Ну что ж, борьба решает в этом поединке. Да, но это не борьба Андрея Калечица. Но, безусловно, тут с таким уровнем давления, с таким уровнем оппозиции, да, постоянно навязывает свое абсолютно точно Этуло. Конечно, сложно немножко прийти в себя и разложить все по полочкам. Такой штурм предпринял Этуло в какой-то момент в поединке. Да, вот эти особенно слэмы, амплитудные слэмы, конечно, производят большое впечатление. Максим Бронасов попросит удалить со всех посторонних лиц. Едем дальше. Второй отрезок. В принципе, начинается под копирку, как будто бы предыдущий. Вот эти лоу-кики, проверка, постреливание на руках периодически. И если все так же пойдет, то мы где-то после середины раунда должны увидеть яркую борьбу. А может быть, гораздо быстрее. На корпуса пробивает Амунинов. Но, в принципе, он согласен работать вторым номером. Никакого дискомфорта по этому поводу он не чувствует. Внутренний лоу-кик от Андрея. Здорово, поймал, очень хорошо. Только встал на опорную, Калечиц тут же получил. И идет в борьбу Калечиц, тут же размен. И с левым боковым с этого эпизода уходит Муминов. Очень хорошую скорость вообще друга демонстрирует и Андрей, и Этуло. Гонит публика вперед, бойца из синего угла. Получился лоу-кик у Калечица. Держит он на ближней руке. И два оверхендом не достает здесь. А это Лому Мина. А еще не видели мы в этом бою ударов в прыжке. Есть двойка чисто в голову от Муминова. И ответная атака от Калечица. Здорово огрызаются, там ближняя нога уже потихонечку подламывается у Калечица. Очень жестко туда она прилетала, но он продолжает стоять мужественно. Что так вот на смещении. И Калечиц. Борьба за инициативу. Из центра пытается прессинговать Муминов, но вперед бросается. Попытки перейти в борьбу Андрей Калечиц безуспешно. 2 минуты во втором раунде уже позади.
как близкий раунд. На руки теперь переведи. Интересно, когда же начнет включать борьбу Айкулу Муминов и каким образом он это будет делать. Левый пытается зацепить, еще раз калечится, опять получает под ближнюю. В размахайку немножко такую отправились, но ненадолго. Казалось, что слева все-таки Муминов немного зацепил соперника. И плюс не будем забывать тот самый момент, когда это лоб чистую двойку пробил. Верни ногу. Хорошо работает ближней рукой это лоу Муминов и тут же подключает внутренний лоу-кик. Но опять же, обратите внимание, что в этом отрезке Айтуло тратит гораздо меньше сил. С разножки атака, неплохо, оригинально, но удар не зашел. Тот же лоу-кик, чем ответит Калечицу, по корпусу пробивает. Калечицу, вернее, по корпусу, вы ногой очень здорово засветили. И здесь опять Айтуло Муминов меняет позицию. А не попал ли Андрей по печени? Как-то странно задышал Айтуло. Было бы здорово посмотреть это на повторе. Шикарный захват за корпус перевода. Гард закрыт. Корпусу на голову. Пока не точно. Локти снизу от Андрея. Вот здесь уже лучше. Требуют секунданты Муминова активной работы в первую очередь по корпусу. Вот локти откалечатся, но такие пока не очень акцентированные. Но это действительно вариант, который решает, в общем-то, задачу этого поединка. Коротко, коротко. Минута еще во втором раунде. Остается вновь попытка поработать локтями со стороны калечица. Да, определенный урон здесь тоже есть. По ключице попал. На коротке, в свою очередь, отрабатывает Муминов. Больше скользь. Но опять же, гард позиция равноценная. Да, мы все про это помним. Но все-таки активность есть со стороны Айтуло Муминова. Плюс на двойка. Забирает он здесь шею. Пошел на гильотину. Вот на такую гильотину. Нет, срывается захват. Хорош, хорош калечец. Здорово защищался, но видно, что много здесь сил было потрачено. Держит руку на канвасе. Ни в коем случае нельзя работать коленом в голову. И здесь то же самое. Очень четко соблюдает это правило. Все, попытка здесь вывести из равновесия оппонента. Но функционально, конечно, Муминов хорош. Ничего не скажешь, колено на выходе, сирена. Здесь смотрим, хорошая двойка прилетела по челюсти основательно, по корпусу здесь достал, и сам калечец, по-моему, тоже в корпус хорошо попал. Ну и вот эта гильотина, как же здорово выглядит на замедленном повторе, и более круто того, как калечец из нее вышел. Третий раунд, раунд 3. Заключительный отрезок, поехали. Левую руку выведи. Лоу-кик на лоу-кик. Буквально кость в кость. Мидл-кик. В первых движениях в этом раунде было видно, что все-таки скорость немножко упала. Стряхнул руки. Было. Чуть-чуть ищет угол для атаки от перекалечения. Пытается смещаться. Подшаги.
правый боковой и затем даже и не стал думать в сторону борьбы. Смотри, калечит кайкик с реакцией у белорусского бойца порядок. А вот здесь через руку хорошо. Да, очень плотно попадает ее Туло. Такими одиночными, но очень тяжелыми, хорошими ударами он может отстреляться. Еще раз напомню, это дебют Айтуло Муминова и ACA. Он уже выступал в Young Eagles. И здесь тейкдаун. Неплохо, неплохо. Один из, если не первый, по-моему, вообще тейкдаун со стороны калечица. Закрывает здесь, наверняка все-таки закроет гард, мне кажется, Айтуло. Но основная защита пока заключается в том, что просто руки хорошо держит. Да, вяжется Муминов. Защита обойти не может. Андрей Калич даже вот так высоко. Гард действительно захлопывает. Что дальше? Пространство есть. Время тоже. Андрею необходимо активизироваться. Кричат из угла. Айтуло работает локтями. Вау. Как здорово включается Айтуло. Под себя оттяни. 6-1, скорее всего. Потому что один тейкдаун калечит провел. Оу, попытка здесь воздействовать, да, на ребра. Заставить сдаться. Здесь же по корпусу еще несколько раз. По ребрам бьет. Завидно постоянно Андрей. Хотел как аккуратнее. Минимизирует ущерб, поэтому Муминов, возможно, пытается немного засушить бой. И, скорее всего, уверен в том, что забрал первый и второй раунды. Оттянись от него! Парни активны! Хватает активности, действительно. Здесь опять прихватывается за шею калечец, но как будто бы не хватает уже то ли сил. Оу, а какие локти летят! Как взрывается Айтуло. Но при этом почти все было вскользь, Ром, все-таки. Ну вот с моего ракурса отсюда было, конечно, очень впечатляюще. Может быть, я и ошибаюсь, но жестко пробивал. Сейчас головой, кстати, да, действительно нужно быть аккуратнее Андрею Калечицу. Нельзя так плюхаться вниз. Вновь локти. Справа и слева пытается попадать Андрей Калечиц. Выбрасывает удары даже не глядя. Да, кстати говоря, действительно, восприятие реального боя и боя по телевизору, по картинке разнится. И мы, комментаторы, тоже иногда смотрим клетку, иногда смотрим на монитор. И вот тот самый эпизод, который сейчас случился, я видел по экрану, а ты вживую. И впечатления абсолютно разные. Да, действительно, нужно опять сейчас быть осторожнее Андрею с головой. Нет той активности, которая была, вернее, которой ждали, наверное, от калечица сверху. То же самое делает Муминов, находясь в доминантном положении, лежа на канвасе. Последняя минута этого боя. Постепенно Андрей идет к тому, что он выиграет этот раунд, но, скорее всего, не выиграет бой. Да вот очень большой вопрос, на самом деле. Даже во время этого тейкдауна, ух, как еще раз пробивает Айтуло. Не совсем понятно, как будут оценивать. Вернее, я даже склоняюсь к тому, что, может, как раз-таки оценят в пользу Айтуло даже этот раунд. Да, это интересно. Да, нахождение здесь сверху, как мне кажется, не имело очень большого эффекта. А вот эти взрывы, которые как раз делал Муминов, они, по-моему, гораздо были более эффективнее. И, по крайней мере, вот сейчас особенно. Да, да, это было интересно. Там просто велосипедом снизу работал Айтуло Муминов. 10 секунд до конца. И мы постепенно начинаем ожидать судейский вердикт. Вот такая яркая концовочка для вас, дамы и господа. Первый поединок на турнире ACA 158 за Бершон. Единственная мысль, которую я преследовал, лишь бы Протасову не досталось во время этого финального взрыва. Ну что ж, бодрое начало. Метла немножко. Сегодня будет еще один очень интересный поединок в данной весовой категории. Речь об Арене Акопяне и Рускубеке Ибраимове. Это второй бой
основного карда. Пятый номер рейтинга против 10-го. Об этом чуть позже, пока смотрим повторы. Дамы и господа, по завершении поединка обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of action, we go to the judges' scorecards. Судьи 1, 2, 3 и 5 одинаково оценили поединок 30-27. Judges 1, 2, 3 and 5 are in agreement, scoring the same 30-27. И судья 4, Джордж 4, 29-28, 29-28. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал. And your winner by unanimous decision, Аятуллах Мумпинов! Аятуллах, несколько слов после победы. Друзья, дайте шум для Мумпинова! Питер! Поздравляю тебя с победой. Ты держал шикарный ритм на протяжении всего поединка. Как тебе это удалось? Салам алейкум всем, братья. Спасибо, что пришли. Вы обещали, вы стояли на свои обещания. Огромное спасибо вам. Всем спасибо. Мы хорошо готовились. Благодарю менеджеру команды Сечпро Николая Дедикову и все свои тренера, тренер Игорь, тренер Дмитрий, тренер Слава, тренер Влад, огромное вам спасибо. Это все. Мой сбор был хорошо прошел благодаря моему старшему брату Нажмидину Хаджаеву. Это мой брат, мой тренер, мой наставник. Огромное спасибо ему. С начала карьеры, когда был у меня 17 лет, он со своим, мой брат родной Файзло Муминов, к сожалению, сегодня рядом меня нету, он далеко. Хочу ему сказать огромный салам. А как же он мне это сделали? Тренер свой первый, Бахтиёр Турсунов, огромное спасибо, ака. Иншаллах, скоро вернусь на родину. Ваши аплодисменты, Аятуллах Муминов!